Всем привет! Вы на канале Акварелька. Зовут меня Наталья. И мы сегодня в экономном магазине-складе «Светофор». Да, из фруктов. Давайте посмотрим, что имеется. Мандарины завезли. Так, мандарины 55 рублей 90 копеек. Ну, надо выбирать, конечно. Лимоны 74. Вот были очень хорошие яблоки. Яблоки просто суперские были. Что-то я пока здесь не вижу, но, наверное... может быть, попадутся по ходу пьесы. Еще одна новиночка. Смотрите, вот я даже озвучивала как-то в своих видео. Хорошо бы, если бы завезли муку. В прошлые разы как-то ржаной завозили. А теперь смотрите, вот мука появилась. Пшеничная, хлебопекарская. Ульяновск вставляет. Симбирск мука. 5 килограммов 140 рублей стоит. Я, по-моему, дороже брала в Победе. Высший сорт. Как она называется-то? Симбирка. Так, вот такая мука появилась. Обратите внимание. Вот. И, кстати, здесь, смотрите, еще склад. Вот тут освободили место. Наверное, что-то еще привезут. Да, вот это всегда беру рис. Краснодарский. А то Увелка. Кубанский. Для плова он. Чистая отборная крупа. 800 грамм. Цена 59 рублей. Вот сегодня тоже рис возьму. Вообще мне мама наказала взять рожки. Рожки здесь очень хорошие. Лапша и рожки. Вижу только лапшу. Вот это чебоксарская лапша. Макаронное изделие называется. Высший сорт. Био. Здесь очень хороший состав. Так, вот я вам приближу. Можете прочитать. Я уже его читала как-то. В своих обзорах цена у такой лапши 53 рубля 40 копеек. И были еще рожки из этой же серии. Если я вижу лапшу, а были еще рожки. Рожков нету. Сегодня мы приготовили рожки утром. Очень вкусные, мягкие и на вкус хорошие. В общем, мне наказали взять еще побольше таких рожков, но я вижу только лапшу. Так, может, дальше посмотрим что-то. Увидим. Ну нет, не вижу. Видимо, рожки всем понравились. Да. И пряники красивые. Ладно, в общем, все, нашла только вот яичную лапшу. Ее здесь, кстати, мало. Да, она лежит вот на этих хлопьях злаки. 7 злаков. Ладно, посмотрим. Ну, зато рис хороший возьмем. Вот, везут землю. Грунт есть на Куйбышево 34, 60 литров. Я думаю, наверное, будет стоить мешок 151. Друзья, вот грунт выгрузили. Универсальный плодородный грунт, 60 литров. Секреты роста, 152 рубля, в общем, стоит. Так что вот такая цена. Вот, уже сейчас заберут. Ну, тяжело тащить мне одной. Конечно. Все, идем в холодильное отделение. Мимо вот таких рядов, которые на YouTube нельзя показывать. Я вам немножко покажу одним глазком. Вот это печенье понравилось. Кстати, на него даже скидка имеется. Теперь стоит 40 рублей. Это печенье от Ротфронт, детские забавы, затяжное печенье, 400 грамм. Оно написано было на меду даже. И состав у него никакого пальмового масла нету. Я увеличу. Можете прочитать. Печенье вот это брала два раза. Еще раз сегодня возьму. Вот, привезли аккумуляторный шуруповерт. Сейчас информацию вам все покажу. Вот такая вот цена, характеристики. Вот здесь вот нет наполнителя. Я вот смотрю, кошачьего наполнителя нету. Хотя на Димитрово там привезли какой-то наполнитель за 37 рублей. А я хотела древесный взять. Ну, в общем, нету наполнителя, не вижу. Что-то для животных здесь маловато товаров. Хотя вот эти вот лотки есть по 137 рублей, как цветочки.
Вот эти табуретки раскладные, новенькие, 378 рублей 90 копеек стоят. Смотрите, как их можно сложить. Вот, они так мало места будут занимать. Единственный вопрос. Сколько килограммов он выдерживает, да? Но если не вставать на него ногами, а сидеть где-нибудь на даче между грядками, думаю, хорошо. Так, вот эти корзинки опять завезли. 378,90. Я в прошлый раз показывала обзоры из другого магазина. Вот, а это я на Куйбышев 34 нахожусь. Так, смотрите, прокладки Милана. Ежедневные 36 рублей 30 копеек. Это здесь 60 штучек. Они, конечно, очень тоненькие. Вот есть Милана такие. По 23 рубля. Здесь 15 штучек. Так. Эконом-вариант все-таки есть. 359 рублей подгузники такого плана. Вот формация. Потому что я смотрю, их разбирают тоже хорошо. Вот трусики есть. Детские трусики подгузники 411,90. Ватные диски по 40 рублей. Но это я уже все показывала, не буду останавливаться сильно на этом всем. Вот тут вот салфетки из микрофибры. 10 штучек. Универсальные. 116 рублей 50 копеек. Лучшая цена. Тоже бы вот надо. Такой расходник, да? Ну, больше таких новинок я здесь не вижу. Все вроде показывал. В холодильном отделении, я смотрю, есть грудка. Грудка 200 рублей килограмм стоит. Вот ценник. 35 рублей свиные ноги на холодец. Ну, грибы сегодня не очень. Так, ладно. 171 рубль голень цыпленка. Покажу обзор, на какие есть колбасы. Вот сервелат зернистый, его не хвалили, писали, не понравилось. Так. Вот сервелат европейский есть. Так, вот состав. Можете прочитать. Я не вижу даже через камеру. Вот эту колбаску хвалили. Говяжья колбаса полукопченая, выполненная по ГОСТу, категория А, стоит 209 рублей. Так, хорошо, здесь состав написано крупно. Можно прочитать. Да, и вот еще вот эта балыковая колбаса, категория А, 352 рубля, которая стоит, она есть. Она мне очень понравилась, вкусная, в меру соленая, в меру перченая. Но это я уже говорила много раз. А кому-то не зашла эта колбаса, а нам понравилась. Вот она еще тут есть. Так, а это вот мясо голов прессованное, вареное, категория А, 500 грамм, 76 рублей. Вот, что-то такое интересное, да? Так, ну это куриный рулет. Я как-то брала вкусное. От Ладоги 218 рублей стоит килограмм. Информация. И вот посмотрите, какой красивый окунь. Вот сегодня я возьму обязательно окуня. Цена у него 232 рубля за килограмм. Морская рыба, полезная она. И обязательно возьмем вот такую, выберем лучшую. Сейчас пойду за корзиной. Так, вот эта икра минтай, говорили, что она слишком соленая. Но вот посолиться нормально за 33 рубля. Или за 32. В общем, вот в холодильнике такие продукты имеются. Мне вот этот
провансаль Марианна понравился. Ну, такой он приятненький. Цена 38 рублей 70 копеек у этого соуса. Так, гранд-пудинг 45-40. Только шоколадный. Был еще клубничный. Вот еще есть в этом магазине. Мясо по 184,90. Ну, 185 рублей. Вот есть такие хорошие, смотрите. Корейка. Так, на сколько? Это на 722 рубля вот этот кусок. Мама сказала, возьми рыбу. Мясо, говорит, уже заелись из светофора. Так, тут вот рыба тоже имеется. Говорю, что вот эти оливки понравились. Мелкие они, правда, 54 рубля стоит банка. 280 грамм. Так, вот в прошлый раз говорили, вы прошли мимо орехов. Сейчас посмотрим. Чернослив 185 рублей стоит 700 грамм. Узбекистан. Правда, мы на него посмотреть не можем. Но вот по ощущениям он там такой мягкий, не жесткий. Фисташки 373 рубля иранские. Но они такие уже вот как бы сухие. Я не знаю, может быть, даже так на вид хорошие. Вот компотная смесь 78 рублей стоит за килограмм. На вид красивая компотная смесь. Так, вот еще такие орехи. Арахис жареный 500 грамм, Азия Фуд 86 рублей 50 копеек. Ну, что-то мне он не нравится. А вкус, может, хороший. Есть еще арахис кунжути 105 рублей, Россия производит 500 грамм. Вот он такой, посыпанный. Грецкий орех 218 рублей 50 копеек, чили производит 500 грамм. На этом буду заканчивать свое видео. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Всем удачных, выгодных покупок, крепкого здоровья и отличного настроения. Пока-пока. Вы были на канале Акварелька с Натальей.